Дедушка из русских сказок теперь будет жить в Индии. Перчаточную куклу наша съемочная группа подарила бангалорскому театру Дхаату. Индийские гости в Самаре впервые. Уверены, их персонажи станут такими же популярными в России, как в свое время болливудские кинокартины. И фильмы, и театр кукол в Индии вертятся вокруг песни, танцев и лирических историй, которые в них рассказываются. Вы можете взять эти истории с собой и получить феноменальное впечатление от всего действа. С каждым годом участников фестиваля все больше. Сейчас в Самаре гостят артисты из Португалии, Нидерландов, Египта. Иранский театр «Ария» привез один из самых необычных спектаклей для взрослых. У нас в стране часто арестовывают невиновных людей. И объяснить это зрителям любого возраста проще всего посредством кукол. Язык театра кукол метафоричен и универсален, способен отразить комедию, драму, трагедию и, конечно, научить зрителей доброму и светлому. Закроется фестиваль «Радуга» 19 сентября. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События.